Добрый день, дамы и господа, с вами магазин Автоток, и сегодня мы представляем вашему вниманию штатную магнитолу на Opel Astra G. Оперативная система 6.0.1, разрешение экрана 1024x600, сам экран современный, емкостный, сенсорный. Корпус сделан из черного пластика, встает на место штатной магнитолы идеально, без щелей и зазоров. Само подключение pin-to-pin, то есть ничего дополнительного переделывать не нужно будет. На самом магнитоле, как мы видим, здесь есть разъем для GPS-карты. Здесь на экране у нас есть возможность настраивать обои и приложения в главном меню. Это кнопка «Домой». Есть TV-тюнер, но сейчас он ничего не покажет. Вот это навигация. Можно использовать встроенную или поставить что-то свое. Вот так выглядит радио. Можно сохранять свои любимые частоты или искать вручную. Это Bluetooth система hands-free. Так выглядит ES-проводник. В этом меню можно откалибровать кнопки на руле. Доступна загрузка приложений через Play Market. Это музыкальный проигрыватель, некоторые композиции уже есть. Это видеопроигрыватель, стандартное видео. Здесь можно получить доступ к DVD-диску, но сейчас там ничего нет. Это снова TV-тюнер. Это настройки. А так выглядит все меню. Шестиполосный эквалайзер. Можно настроить что-то свое или использовать имеющееся. В комплект входит устройство, инструкция по эксплуатации, внешний микрофон, AUX-кабеля, USB-кабели, внешний динамик, выносная GPS-антенна, CAN-бас и усилитель Wi-Fi сигнала. Спасибо за внимание. Ссылка на товар есть в описании. Подписывайтесь на канал и посещайте нас на autotalk.com.net. До встречи!